Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер всем тем, кто сегодня готов соприкоснуться с творчеством мастеров игры на народных инструментах и музыкой русской души. Свою жизнь русский народ всегда окружал песнями и музыкой. Ничто так не близко человеку, как звук родного, знакомого с детства русского народного инструмента. Именно эта необыкновенная палитра звуков разольется сегодня в этом зале. Итак, встречайте! Лауреат международного фестиваля «Дальневосточная весна-2009», город Владивосток. Участник Дней российской культуры «Русская весна-2010» в Королевстве Бельгия. Лауреат третьей степени первого всероссийского конкурса ансамблей народных инструментов, город Омск. Участник Дней российской культуры «Русская весна-2014» года в государстве Израиль, ансамбль народных инструментов «Братчина».